Доброго времени суток. Меня зовут Даниил Муравьев-Изотов, и я киноактер. Я снимаю 7,5 лет, и мне это очень нравится. За свою кинокарьеру я собрал довольно большую палитру эмоций. Вот в фильме «Кровавая барыня» я это отлично показал, потому что я мог там и посмеяться, и поплакать, и даже использовать гнев. Это была очень необычная и очень сложная роль, потому что она была очень эмоциональной, но я с ней справился. Также для каждой роли я готовлюсь индивидуально. Например, для фильма «Легенда Орленка» мой персонаж был в очках. И даже до кастинга я ходил специально в очках и привыкал к ним. Было, конечно, необычно. Или для фильма «Пиковая дама 2. Зазеркалье». Мой главный герой, его там, получается, 6 раз топили. Это было очень сложно и, честно сказать, даже немножечко страшно было поначалу, но благодаря дайвингу, которым я активно занимался для этого проекта, я был спокоен и заучил некоторые специальные фишки, которые помогают определить, тонешь ты на самом деле или нет. Вот, например, вот этот вот знак показывает, что у меня закончился кислород, и поднимайте меня скорее. То есть вот так вот. И, кстати, для фильма «Пиковая дама 2. Зазеркалье» я еще сыграл еще одну роль, и для этой роли, чтобы я был не похож сам на себя, покрасили мне волосы в черный цвет. Было, конечно, довольно забавно. Также я родился в киносемье, и моя мама, она режиссер и продюсер, мой дедушка режиссер и постановщик, мой папа, короче, у меня все режиссеры вокруг, и, конечно, очень необычно, но по профессии киноактер я решил пойти, получается, сам на меня направили. Это было очень хорошо. Также самое такое мое яркое и здоровское событие в моей жизни – это рождение моей сестренки. Я ее очень люблю, но если кто-то ее тронет, это даже в мыслях у меня вызывает огромный гнев. И я за нее очень переживаю, конечно. Но ее очень люблю. В общем, у меня довольно насыщенная жизнь, и мне это очень нравится. Поэтому спасибо вам за внимание, и пока.